Доброе утро, казахстанцы! Меня зовут Кайрат Клышев. Сейчас мы выходим на митинг в Алмате, во дворец республики. Мы выходим из-за того, что мы хотим в Казахстане демократию, свободу слова, свободу пресса, потому что так как у нас 30 лет в Казахстане диктатура назарбаевская и его ОПГ. Я выхожу на митинг ради своих детей, ради будущего своего народа. На самом деле, достаточно нам нужно быть всем активными, все переменится. Если миллионы хотят перемен, эти миллионы должны стать активными. Просто плыть по течению уже не получится, уважаемые друзья. Ваша активность нам чрезвычайно нужна. Если вы боитесь, нужны пожертвования, хотя бы 500 или 1000 тенге, поддержку активистов, потому что это авангард нашей политической борьбы.